известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться. Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Здравствуй, Рати. Привет, Велини. Мы с тобой вот уже на протяжении трех передач постоянно вспоминаем и говорим о том, что в жизни каждого человека должно присутствовать что-то новое. Вот в передаче о молодости мы сказали, что если нет чего-то нового, человек быстро стареет. В передаче, в которой мы поднимали вопрос жизненной усталости, мы опять же говорили о том, что если нет чего-то нового в жизни человека, наступает очень быстро состояние жизненной усталости. А если, опять же, новое не присутствует в жизни человека, как его личное пространство, как его внутренняя тайна, тогда человек, он становится неинтересным собеседником, не чувствуется его внутренняя сила, то есть нет к этому человеку притяжения для общения. И, соответственно, я думаю, что сегодня нам с тобой стоило бы поразмышлять на эту тему и более детально понять, что же все-таки из себя представляет это новое, как его нарабатывать, понимать, то есть есть ли здесь какие-то критерии в освоении вот этого нового, чтобы оно присутствовало в жизни человека и делало ее более лучшей, человека, соответственно, счастливым. Да, когда у человека нет ничего нового, ему сложно двигаться вперед, точнее, он не двигается вперед, а по сути стоит на месте. Что же такое новое? Новое может быть, в принципе, очень много вещей. Это может быть прочитанная книга, но прочитанная особым образом. Это может быть что-то увиденное, осмысленное. Это может быть какое-то размышление, сделанный вывод. Да, я с тобой не могу здесь не согласиться, что выводы, которые делает человек при освоении чего-то нового, они в нем формируют устремленность. Но я бы еще сказал, что обязательно эти выводы, они должны быть энергетически насыщенными, да? Они должны обязательно сподвигать человека к новым действиям, к новым устремлениям. То есть это могут быть даже какие-то отношения новые, которые человек осваивает. То есть, может, еще не сделал выводы, но он в процессе освоения этих отношений. То есть это может быть и хобби даже какое-то новое, то есть которое человек будет постепенно познавать. Это может быть увлечение, то есть чем-то, или же наработкой навыка. То есть новое прежде всего должно формировать в человеке силу, ощущение того, что он двигается по пути наработки себя, по пути освоения жизни, познанию ее. Новое – это, как правило, то, что, в принципе, кардинально меняет жизнь. Если просто там, посетить какой-то музей, прочитать какой-то журнал, то это будет какой-то факт жизни, либо просто картинка из жизни, но она не принесет, может не принести абсолютно ничего нового и ничего нового не дать, не изменить никак жизнь. Все, что является новым, обязательно дает новый опыт и каким-то образом меняет жизнь в ту или иную сторону. Ты знаешь, я вот сейчас вспоминаю один из своих любимых фильмов. Называется он «День сурка». Так вот, коротко сюжет, да, в двух словах. Там мужчина попал в такую ситуацию, когда каждый день его жизни он повторялся. Вот. И в самом начале получилась у него такая ситуация, когда проходили эти вот ежедневные повторы, у него вообще не было желания даже жить. То есть обыденность, привычность, знакомые картинки вокруг него – они просто у человека отобрали абсолютно желание жить, потому что у него не было ничего нового.
Но как только он это понял и начал каждый день делать что-то новое, что-то осваивать, изучать, сразу же у него и устремление, и желание жить было. И он начинал каждый свой новый день проживать с интересом. Вот и здесь, я думаю, это очень уместно, даже вот этот вот фильм, он в некоторой степени служит своеобразной иллюстрацией, да? Что происходит в жизни человека, который не получает нового, когда его жизнь становится обыденной. То есть это все постепенно начинает человеку наскучивать. Пропадает интерес, желание. Вот. То есть важно всегда в жизни иметь что-то новое. Да, хорошо, если человек действительно каждый день может хотя бы увидеть что-то хотя бы чуть-чуть новое, что-то, ну, что-то изменить в своей жизни, пусть на чуть-чуть, но все равно это будет плюс в его жизни. Ну вот мы говорим новое. А что же такое новое? В принципе, человек может пойти на другую работу. Это можно считать новым или нельзя? У человека может появиться какая-то новая проблема, но будет ли это новым? Какие же аспекты нового существуют? Как понять, что это новое и куда стоит идти, а куда, может быть, и не стоит? Видишь, действительно, да, вот новое, оно, как говорится, новое новому рознь получается, да? То есть это может быть, как ты сказал, и карьерный рост какой-то, который будет заключаться именно в смене трудовой обстановки, да, человека. То есть он может поменять должность или даже предприятие. Вот, и это можно считать позитивом, то есть продвижением. Но может появиться и какая-то новая проблема в жизни человека, которая, наоборот, для него будет совершенно нежелательной. То есть новый новому рознь. Да, я с тобой абсолютно согласен. Да, здесь интересно то, что, ну, положим, человек имеет какую-то профессию, ну, пусть он работает грузчиком, но вот если он грузит диваны, а пойдет, например, грузить арбузы, можно, конечно, сказать, что это новое, но, в принципе, как грузил он, так и грузит. Ничего не изменится. Различные проблемы, ну, можно как расценить, что проблема дает какой-то опыт, на любой проблеме можно сделать вывод, и какое-то сделать размышление, и основываясь на этом, не совершать таких проблем и не попадать в какие-то ловушки. Но ведь проблема может быть условно новой, она может быть как бы другой, но все с теми же смыслами, только с другими картинками. Поэтому можно сказать, что проблема, которая не дает новых выводов, она не является новой. Так же, как и работа, которая не дает каких-то новых ощущений и новых выводов, также не является новой. Вот давай с тобой сейчас посмотрим, ну, как бы на обычную человеческую жизнь, да? Живет себе человек, есть у него жена, есть у него дети, есть у него любимая или нелюбимая работа. Все для него понятно. И он вот так вот проживает практически каждый свой день, будем не считать выходных. То есть по определенному сценарию. Только там где-то меняются какие-то оттенки, да? Добавляются какие-то новые люди, какие-то ситуации. Но по сути, в основе своей, у него практически его жизнь ежедневно повторяется. У меня, естественно, как бы вот, ну, размышления такие появляются. Как же здесь тогда уловить, что вот этот вот человек, он перестал получать что-то новое? На первым признаком того, что он перестал получать что-то новое, это будет ощущение усталости. Причем усталости такой тяжелой. Есть усталость, когда человек что-то делает, занимается творчеством, он чего-то достигает, и у него усталость, можно сказать, творческая, то есть приятная усталость. А здесь приятность будет отягощающая. Человеку, может быть, в какой-то степени будет даже потом лень что-то делать. То есть она будет отягчать человека. В какой-то момент
такой человек может испытывать отсутствие смысла жизни. То есть он не видит, в чем смысл жизни, когда каждый день все повторяется, повторяется. По сути, такой человек, как белка в колесе, крутится, крутится, но ничего нового не происходит. Отсутствие удовлетворенности, отсутствие какой-то элементарной радости. Это будет первыми признаками, что у человека нет ничего нового. Очень часто случается так, что человек занимается совершенно не тем, чем должен заниматься, и тем, чем хочет заниматься. И отсюда возникает, опять же, неудовлетворенность тем, что он занимается. И вот эта неудовлетворенность также является признаками того, что у него нет чего-то нового. Да, все это, оно, конечно, должно человека прежде всего устремлять. То есть любое изменение какое-то в его жизни, может оно быть кардинальным, может быть не кардинальным, но самое главное, чтобы появлялось именно желание жить дальше, да, желание творить. То есть я бы это сказал одним словом, то есть счастье в жизни. Если оно есть, значит оно есть. А если его нет, значит тогда нужно его искать, да? Да, нужно. Возникает вопрос, а где искать? Ну вот возьмем того же грузчика. Он работает. Но что для него будет новым? Пойти учиться на космонавта, лететь в космос, там заняться флористикой, стать дизайнером? Что для него будет новым? Новое новому рознь. Вот оно так и получается, да? Но у каждого же человека, естественно, возникнет такое желание и понимание, да, что это может быть положительная какая-то сторона или же отрицательная. Естественно, в первую очередь каждый захочет получать только что-то положительное. И тут возникает вопрос, возможно ли вообще научиться жить так, чтобы если что-то и приходит новое в жизнь человека, чтобы оно приносило ему в большей своей части именно плюс. Я бы даже сказал, это своеобразное осознаваемое счастье. Вот как ты думаешь, возможно ли оно? Я думаю, что возможно, если человек будет создавать это счастье собственными руками. Все, что человек строит сам, по своим задумкам, приносит ему удовлетворение и счастье. Но если то, что у человека происходит в жизни, построено не им самим, а кем-то, что-то новое пришло в его жизнь от кого-то, не факт, что оно принесет ему радость. В некоторых случаях что-то, пришедшее извне от кого-то, почему-то совету, действительно может попасть в точку, и человек будет счастлив. Но бывает так, что другой человек может насоветовать и ошибиться. Он может реализовывать через этого человека свои какие-то идеи, свои мечты. И поэтому у такого человека не будет удовлетворения от такого нового. Поэтому все, что построено человеком самим, действительно может принести радость. Здесь даже можно и такой пример добавить. Скажем, человек пожелал написать книгу. У него уже собрался определенный жизненный опыт, и у него возникла потребность передать вот эти вот знания людям через форму книги. Естественно, у него будет желание откровенное, насыщенное, устремленное. А, допустим, опять же, человек другой работает на предприятии, пусть это будет издательство, и у него в контракте трудовом предусмотрено, что именно в его трудовые обязанности входит такая работа, как написание книг, написание произведений. И вот начальник ему говорит, вот твое задание там на следующий месяц или на 2 месяца ты должен предоставить вот такую-то книгу по такой-то теме. Естественно, первый человек, который сам это пожелал сделать и передать вот этот вот опыт, будет существенно отличаться от второго,
человека, которому также дали задание написать книгу, то есть он должен как бы тоже написать книгу, но это уже будет через задание, спущенное кем-то. То есть настроения у каждого будут совершенно разные. И отношения вот именно к этому результату опять же будут разные. То есть что для первого будет счастьем передать свой опыт, а для второго оно может быть обязанностью, то есть трудовой долг. И естественно, они каждый будут себя вести совершенно по-разному. Здесь как аспектом нового можно отметить то, что у человека должно быть именно желание и степень необходимости. То есть желание порождает степень необходимости. Если человек захотел написать книгу, у него и появляется первичная необходимость в том, чтобы ее писать. Поэтому это можно назвать критерием и аспектом чего-то нового. По сути, если человек реализует свои желания, то он чувствует удовлетворение. Но если он исполняет чужие желания, то удовлетворение будет испытывать совершенно другой человек. Это даже можно сказать, как каждому человеку известное изучение английского языка. Вот если бы человеку дать, да, как бы задание, вот ты должен изучить английский язык просто потому, что ты должен. Это как в школе у нас делается, да, там программа есть. Но, скажем, они бы это не растягивали там на лет там 5, а сказали, за 2 месяца должен изучить. Я думаю, если бы человек там днем и ночью кропотливо сидел над этим английским языком, изучал его, но понимал, что это ему не нужно, то есть, естественно, я думаю, каждому становится понятным, он будет буквально уже от этого английского языка поворачиваться и убегать. То есть, где только будет его слышать какое-то английское слово. И совсем напротив, если, скажем, человек должен через 2 месяца уехать в Америку, и он начинает изучать английский язык, потому что у него есть крайняя необходимость знать этот язык. Потому что если он окажется в этой стране без знания языка, он себя будет там чувствовать очень дискомфортно. Но если он его освоит, даже в начальной какой-то стадии, но освоит, потому что это ему крайне необходимо, естественно, по приезду в эту страну он почувствует и облегчение, и состояние комфорта от освоения этого английского языка, который еще 2 месяца тому назад для него был совершенно новым. Ну да, одним из самых простых способов изучения английского языка – это влюбиться в кого-нибудь. И тогда будет точная мотивация совершенно 100% для того, чтобы изучить английский язык. Здесь энергия любви будет очень хорошо укладываться именно туда, куда нужно, именно в изучении английского языка. И чем больше человек будет изучать английский язык, чем лучше у него будет получаться, тем больше он будет испытывать удовольствие, удовлетворение от общения с объектом любви. И тем больше ему будет хотеться изучить еще больше английский язык. Здесь же еще можно было добавить, продолжая наше с тобой размышление, что необходимо еще четко осмысливать, да, для чего человек что-то делает. Вот я вспоминаю, короткая такая была передача относительно темы отдыха, в которой Всеслав Соло говорил, что если человек едет даже на самый какой-то банальный отдых, но не ставит себе цель такой поездки, то есть нет в этом действии смысла, то вообще совершенно неизвестно, что человек по возвращению после этого отдыха может притянуть к себе в судьбу. Поэтому я вот начинаю как бы догадываться и понимать, что в новом, в любом, что человек начинает осваивать, обязательно должен присутствовать смысл. Получается, что не только первичная степень необходимости, но и осмысленность важна для чего-то нового. Ведь если человек не создает собственного смысла какому-либо деянию, то либо кто-то придумает этот смысл, либо этот смысл появится
откуда-то со стороны неизвестно какой. Как говорится, куда ветер подует, куда и понесет. Так можно съездить на отдых, еще куда-то съездить и вернуться с какими-то проблемами и решать их потом всю оставшуюся жизнь. Только смысл, спущенный от самого человека, позволяет ему продвигаться уверенно на пути к божественному, ну и просто по пути в жизни, к своей цели. Если мы говорим о чем-то новом, то важно отметить такой аспект, как качество. Ведь человек, например, узнав о том, что ему нужно что-то новое, каждый день может кусками изучать там какие-то разные вещи, но каждый раз бросать их, не изучать до конца. Поэтому в новом важно, чтобы оно было качественным, качественно осмыслено и качественно изучено. То есть, если человек взялся изучать танцы, положим, то он должен выучить хотя бы один танец до конца, понять его структуру, как, что происходит, какие телодвижения, то есть полностью владеть, ну, хотя бы каким-то одним танцем, каким-то одним движением, чтобы оно полностью стало его, полностью он понимал, что он делает. И тогда он может браться там за какое-то другое дело. Это равносильно тому, что каждый день брать разные книги и читать оттуда по странице. И если это деяние не имеет определенного смысла, то ничего хорошего не будет. Человек будет накапливать различное количество информации, не освоенной, и таким образом, по сути, и заболачивать свое сознание, и энергетически заболачиваться. Ничего хорошего из этого, в принципе, не выйдет. Поэтому, если вы взялись что-то осваивать, то осваивайте это до конца, чтобы оно полностью стало вами освоенным. Конечно, можно осваивать новое, и это обязательно нужно делать до конца. Здесь я с тобой абсолютно согласен. Но нужно всегда помнить про актуальность. Потому что любое освоение, любого дела, оно всегда имеет какую-то продолжительность по времени. И может так случиться, что человек начал что-то осваивать, и в момент такого начала оно было для него актуально, но со временем, чем дальше он двигается по пути освоения дела этого, актуальность утрачивает свое значение. И, соответственно, тогда получается, чем дальше человек двигается, он вместо того, чтобы у него желание усиливалось, и это вот устремление его еще больше вот так вот продвигало, может случится совсем наоборот. Оно будет затухать. А затухать по причине того, как я сказал, да, что само вот это вот дело новое или навык какой-то, который человек принялся осваивать, он был не продуман по актуальности, по времени. То есть брать нужно то, что будет постоянно актуально. Или же то, что будет человеку обязательно нужно. И сейчас, и через полгода, и через год, и через 2 года. То есть я думаю, что необходимо помнить и про такой оттенок этого вопроса. Получается, что когда человек делает какие-то новые выводы, делает какие-то открытия, начинает уметь что-то новое, он нарабатывает новый опыт. Но вот, а как ты думаешь, что делать со старым опытом, который он накопил до этого? Я думаю, что мы здесь можем с тобой сказать, и что делать со старым опытом, но я вот так предполагаю, что это будет хорошая тема на какую-то из наших с тобой последующих передач. Но раз уж мы начали с тобой размышления, я думаю, что стоило бы здесь продолжить, да, общение и хотя бы сказать несколько слов. Как говорится, всем известно, что полный стакан воды не нальешь, да? И если человек хочет, чтобы поступала новая, ну, новая жидкость, да, в этот стакан, соответственно, надо из него вылить водичку, да, то есть или другой стакан, и тогда только появится возможность принимать что-то новое. То есть по аналогии можно сказать, если что-то новое переходит уже в разряд старого, становится для человека обычным делом, обычными знаниями, выводами, которые он ежедневно применяет
в практике своей жизни, значит, вот этот вот вывод, эти знания, он может передать другим людям. То есть в форме подсказки, может даже и помощи, если это что-то ну, материальное или предметное, в плане того, что можно конкретно человеку передать. Поэтому я сказал бы так, да, то есть всегда хорошее, старое, отработанное, но нужное кому-то другому лучше передавать. Тогда освобождается место для того, чтобы приходило что-то новое. И этот вот момент, когда, насколько, как отдавать, я думаю, мы с тобой в какой-то из передач обязательно продумаем в форме наших размышлений. Рации, ну вот смотри, в принципе, если посмотреть вокруг, я бы сказал, что практически жизнь и знакомых моих, друзей, многих, можно охарактеризовать как привычка. То есть они привычно выполняют свои семейные обязанности, ходят на привычную работу, покупают привычные продукты, готовят привычные блюда. То есть много чего в жизни практически каждого человека, оно строится на основе привычки. Вот. И, соответственно, я думаю, следовало бы подумать и сказать, чем вообще отличается привычка от нового. То есть где здесь вот эта вот своеобразная грань или ощущения какие-то. Вот как ты думаешь? На мой взгляд, привычка отличается от чего-то нового тем, что привычку можно сравнить с жвачкой. Когда жвачка свежая, то она дает какой-то вкус. А когда жуешь ее уже долго, то она теряет вкус, запах и становится практически ничем. Просто человек жует ее, жует, и в принципе от нее нет никакого удовольствия. Даже со временем, если жевать ее совсем долго, то начинает челюсть болеть, и зубы устают, все устает. Поэтому что-то новое всегда дает какую-то насыщенность, какое-то удовлетворение и всегда дает энергию двигаться вперед. Привычка – это то, что уже сильно заезжено, и от нее нет никакого удовлетворения. Оно просто есть. И ее, в принципе, хочется даже выплюнуть, как уже много раз пережеванную жвачку. А новое всегда хочется, всегда погружаться все больше и больше в новое и двигаться вперед. И на этой энергии открывать еще что-то новое. Говоря простым языком, хочется просто жить. Получается, что все новое, оно наполнено энергией. Оно всегда находится в степени необходимости человека. И нужно помнить, что любое начинание в освоении такого, оно должно быть актуально по времени. То есть, когда человек достигнет результата, то есть достигнет именно освоения этого навыка, он должен для него оставаться актуальным и необходимым. То есть, нужно всегда помнить еще и про необходимость. Всегда все должно быть в степени необходимости человека и в степени его развития. Вот я бы именно вот, относительно степени необходимости и развития порекомендовал бы нашим телезрителям прочитать эту информацию в книгах Всеслава Соло. Там она очень хорошо расписана. И вы можете, я думаю, очень много проблем разрешить в своей жизни, если вы поймете, что такое степень необходимости, что такое степень развития и что такое степень роскоши. В книгах это есть и очень хорошо описано. И, конечно же, лучше всего, когда ты сам определяешь, что тебе нужно изучить и познать как новое. Потому что, когда ты строитель, а не исполнитель, то ты строишь то, что нужно и необходимо тебе. Ты сам создаешь цели, сам их достигаешь и понимаешь, для чего ты это делаешь. И если принялся осваивать новое, то освой это до конца, не оставляй за собой никаких незавершенных дел.
Новое – это всегда энергия творчества и вдохновения. И наша вот эта вот энергобеседка, этот выпуск, он в преддверии Нового года. Поэтому я бы сказал, что старайтесь входить в Новый год с новыми устремлениями. И поэтому мы приглашаем вас, чтобы вы становились нашими новыми активными участниками нашего общения. Спасибо, Рации, за сегодняшнее общение. Пока! Пока, Велиний!